Сегодня совместно с малой мобильной группой волонтеров «Наследие» в рамках проекта «Мы вместе 2020» произвели закупку для наших ветеранов. Сегодня очень важно оставаться дома, оставаться со своими родными, следить за своим здоровьем и очень важно соблюдать правила личной гигиены. Только выполняя все необходимые требования, мы сможем победить этот вирус и не заразиться. Наши волонтеры всегда готовы оказать помощь и поддержку для вас, чтобы вы оставались дома. Оставайтесь дома!